Погоду на неделе будет диктовать холодный атмосферный фронт. Уже завтра температура воздуха начнет опускаться. До 21-24 градусов тепла днем и 14-18 ночью. На большей части территории страны ожидаются дожди, возможно, прогремят грозы. Стоит взять с собой зонтик. Китай по-прежнему терроризирует проливные дожди. Уровень воды в самой длинной реке страны, Яньцзи, поднялся более чем на 15 метров. Стихия унесла жизни 14 человек. Еще десятки тысяч были эвакуированы. Челябинская область задыхается от лесных пожаров. В городе Миас ввели режим ЧС. Именно там, вблизи озера Тургаяк, разыгралась огненная стихия. Выгорело около 120 гектаров леса. С близлежащих территорий эвакуировали более 1500 человек. Завтра в Бобруйске ожидается переменная облачность, осадки и грозы. Ветер западной скорость лишь 4-7 метров в секунду. Днем столбик термометра прогреется до 24 градусов, ночью опустится до 15 со знаком плюс.